очень хорошо понять. У вас тысячу и одно хочу. Вот эти шарики. И вы никак вот это не можете выбрать, что ж я хочу-то. И поверьте, в это время, вот здесь, на уровне времени, все останавливается. Срабатывает предохранитель. Потому что наша душа, мозги, она заточена векторно. Сначала одно положение, потом другое. Можно 8 вверх выстроить, но вы должны понимать порядок, а никогда не вот так вот вы их ловите. Может это, а может то, а может то, тогда не будет ничего. Всегда нужно вот здесь синхронизироваться, то бишь соответствовать. Если я хочу быть опять-таки переводчиком, я выбираю тему, которая мне интересна, как я могу это преподнести людям. Это должно быть перспективно, это что-то должно быть емко для того, чтобы было желание в этом разбираться. Значит, нужно изначально быть исследователем. Говорить и представлять то, что никто никогда не представлял, то бишь уникальность продукта должна быть всегда. А все остальное мы ее только покажем.